Здравствуйте! Сегодня я почему-то подумал, решил рассказать вам про наш российский интернет. В простонародье его называют Рунет. Это на самом деле очень интересная вещь. Может, некоторые даже из вас знают, что даже я решился завести блог со своими седыми волосами, старым. Но чтобы не быть совсем старым, под влиянием своей дочери и Олега Анисимова, этих молодежи продвинутой, они мне все к этому делу, так сказать, подвигали, я решил все-таки завести свой блог. Даже я. А вам очень рекомендую. Это на самом деле очень интересно. Почему? Во-первых, это становится более доступно. Ну, я сейчас не, между прочим, не шучу, как обычно, чем телевидение. Потому что интернет – это удобнее и доступнее, чем телевидение. Это очень интересно. Особенно после того, как стало легко загружать видеофайлы и снимать на видео, на цифровое видео, и сразу же тут же, так сказать, это дело все постить. То есть это становится очень интересным и очень доступным инструментом для продвижения того или иного повода, случая, персоны и так далее на территорию. Причем, заметьте, нет ограничений, как у телевидения, там, например, на Россию. Это сразу на весь мир. Можно даже с Фиджи посмотреть вот то, что я сижу вам и рассказываю. Это же это очень интересно, извините, перспективная вещь. Я вам очень советую, заведите себе тоже видеодневник, заведите свой сайт, почаще пишите, вас будут читать. Это интересно. Вот, еще раз, даже я в свой 41 год на старости лет научился. На самом деле, мне показали пару моментов. Вот Анисимов не показал, куда тыкать. Я клик-тык и все сделал. Вы видите, хороший блог получился, по-моему, красивый. Все очень просто. Заводите блоги, делайте блоги, пишите на интернет, заходите на интернет. И в конце концов, чем особенно интернет хорош, вы же не можете во время рабочего дня, когда вы сидите в банке, смотреть телевизор, да? Но это вам никак начальство не может разрешить. А вот во время рабочего дня быть на интернете вместо своей работы и смотреть, там, например, меня, это супер. И никто не видит. В крайнем случае, если идет начальник, раз сразу сминимизировал, нету, типа там, я открыл там какой-нибудь Word-документ с умными вещами. То есть это очень удобно, вместо работы можно смотреть. Так что интернет это forever, это супер. Не нужно работать, нужно смотреть интернет. Спасибо.